Мы решили воспользоваться тем, что мы в Нью-Йорке, и сейчас мы направляемся на супер-классный фестиваль музыкальный Meadows Festival. Итак, Женя, Лизавет, немного о еде. Что скажете по поводу ваших начос? Я голодная, но они правда очень вкусные. Лиза, что это такое? Раз уж я являюсь представителем фестиваля «Ода еда», я должна кушать много на фестивале. До GZ еще полчаса, вот тот народ, то количество народа, которое вы видели, уже стоит. А мы пока пойдем сделаем кружок. И, возможно, мы успеем послушать Milky Chance, хотя бы чуть-чуть, и потом на Jay-Z. With your ass. Question becomes what's up? Yeah. Снимайте меня, как просто. Блин. Сейчас будет слэм данк. Район попсовых хипстеров. То есть сюда типа едут жить хипстеры, но это популярно вот, среди хипстеров, идут, что сзади как бы, идут два хипстера. Что как бы противоречит. Да, типичные представители. Давай. Сними хипстеры. Я их уже сняла. Мне кажется, лучше не снимать хипстеров. Потому что они воспримут это враждебно. Порядочные хипстеры следят друг за другом и бережно хранят колеса велосипедов у себя дома. Раз. Давай. Меня так, сделал, я. Снимай.
Ты? Нет, ну все, все. Я заказала норвежские яйца. Они так назывались. Блин, что-то с лососем, какие-то яички. А ты почему яички не заказал сегодня? У меня что-то непонятное. С уткой. Да что-то мы как-то не готовы пока к секонд-хенду. Туристический центр Уильямсбург. Бэдфорд Авеню и Гранд Стрит. И Гранд Стрит, да. Больше тут смотреть нечего. Только эти две улицы. Так что, а вот этот перекресток все. Классных граффити. Пойдем их сейчас искать. Танцуйте. Fucking guy. Hey.